Итак, номер 81, Шавхун Родион, город Киев. Право! Номер 102, Павсюк Анатолий, город Киев. Номер 110, Липатов Максим, город Киев. Номер 130, Шувайло Игорь, город Чернигов. И номер 181, Пономарев Владислав, город Киев. И номер 220, Грабаковский Алексей. Итак, ребята, пожалуйста, выходим вперед для обязательного позирования. Судьи, прошу быть внимательными, работать быстро и четко. Пожалуйста, отличный свет вот здесь достаточно. Разомкнулись правее, правее, правее.
меняемся. Прямо вот по линии. Ровненько, четко. Внимание, судьи. Все, номерочки проверили. Двойной бицепс спереди. Спасибо. Грудь широчайшая спереди. Спасибо, отлично. Грудь бицепс сбоку, с произвольной руки. Отлично, молодцы. Молодцы, спасибо. С произвольной руки. Пожалуйста, спиной, спиной. Широчайшие мышцы спины сзади. Спасибо. Двойной бицепс сзади. Спасибо, спасибо. Трицепс сбоку с произвольной руки. Отлично, спасибо. И, пожалуйста, пресс бедро. Спасибо. Молодцы, спасибо. Отлично. Все понятно здесь? Свободный, Ларис. Уводим категорию, пожалуйста, ребята. Следуем за судьей. Стоп. Выравниваемся по линии. Внимание. Награждение проводят Сергей Бабчук и Наталья Корниенко. Итак, номер 102. Павсюк Анатолий, город Киев. Пятое место занимает. Поблагодарим спортсмена, вручаем медаль за участие, трофей и диплом. Спасибо. Четвертый. Номер 110. Липатов Максим. Диплом, медаль и памятный трофей. И памятный трофей. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо. Да, 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 выстроились в соответствии с протоколом. Следующий. Номер 181. Третий. Пономарев Владимир. Город Киев. Молодцы, ребята. Хорошо. Бронзовая медаль. Кубок. Поменялись местами, пожалуйста. Ребята, слушайте судью. Аккуратненько. Все это уже вот. Итак, внимание. Номер 81. Шампун Родион. Серебряный призер. Серебряный призер. Кубок за второе место. Медаль. Памятный трофей, диплом и победителем этой категории номер 220 из города Киева Громаковский Алексей Сергей, желтый кулечек, желтый кулечек.